Во вторую субботу сентября во многих странах мира, в том числе и в Беларуси, по инициативе Красного Креста проходит Всемирный день первой помощи. Как показывает практика, в экстренных и чрезвычайных ситуациях люди не всегда умеют реагировать правильно. Оказание пострадавшим первой помощи еще до приезда медиков – это то, что может сделать для пострадавших любой человек. Однако очень часто совершаются фатальные ошибки или очевидцы просто бездействуют, скованные растерянностью. Именно о том, как преодолеть эти чувства, а также о базовых навыках и знаниях, специалисты Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста расскажут в субботу Гродненца. С 11 до 14 часов на центральной площади города развернется настоящий штаб по обучению оказания первой помощи под эгидой Красного Креста. На Советской площади возле Дворца текстильщиков будет установлена палатка Красного Креста. В ней будут дежурить волонтеры отряда быстрого реагирования Красного Креста и находиться инструктора по первой помощи. Значит, будет предложена широкая программа. Во-первых, мастер-классы по оказанию первой помощи, каких-то отдельных видов первой помощи. Будет предложено тестирование. Называется оно «Насколько я подвержен первой бытовому травматизму». Вот. И будет игра для детей, вот тоже разработанная Красным Крестом, по правилам оказания первой помощи. Кроме того, аналогичные мероприятия состоятся и в других районах Гродненской области. Но уже ближе к вечеру Гродно начнет танцевать. С 15 до 21 часа в центре города будут организованы танцевальные площадки, где все желающие смогут принять участие в мастер-классах, познакомиться с различными танцевальными направлениями. От дерзкого хип-хопа до экзотической бачаты. И даже попробовать самим исполнить танцевальный номер. В мероприятии примут участие профессиональные коллективы и известные танцоры города.